Вы знаете, я вообще за то, чтобы космическая наука развивалась, потому что это дополнительные возможности познать, как говорится, нашу Вселенную и что-то вносить в развитие нашего хозяйства в широком плане. Понимаете, потому что они нам доставляют определенные сведения и так далее. Оттуда, сверху, иногда можно увидеть больше, чем мы видим здесь, на Земле. Я за это. И я бесконечно уважаю космонавтов, которые занимаются этим, и ученых, которые всю жизнь посвятили космосу. Но я не очень уверен, что надо назначать дату, когда мы высадимся на Луне, потому что известно, что на Луне жизни нет. Для чего туда высаживаться? Уже американцы там побывали, они уже нам сказали, что там. Ну, мы хотим какого-то соперничества. Не в этом надо соперничать. А наука должна развиваться, потому что вот сейчас последний срыв, который произошел с грузовой ракетой, когда она вышла с орбиты, когда, видимо, она упадет, и когда потрачено было 2 миллиарда 500 миллионов рублей, мы потеряли эти деньги практически. Вот я бы за то, чтобы развивать эту космическую науку, чтобы не было таких срывов, потому что это необходимо. Вот то, что делают наши космонавты, облетая Землю, это необходимо.